Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 3 Райские острова. И сейчас у нас очень важный момент, потому что Гваделупа наконец-то согласилась с нами встречаться, ура! И мы сейчас сделаем ей предложение. Представляете, Джек делает предложение, это вообще чудо. Сейчас будет прикольно, откажется. Ну, вроде не должна. Тут нас фоткают еще, папарацци ходят, мы же знаменитости. Мне кажется, она очень рада. Ну, кто за такую страшилу еще пойдет, действительно. Отлично. Нам нужно где-то жить теперь, потому что, это ж не знаю где. Нам еще купить третий дом. Мы помолвлены. Это офигенно, но мне нужно подождать, пока она станет нормальной. Потому что, видок у нее, конечно, не очень. Так, ну что, я не знаю, давайте потанцуем, что ли? Медленный танец. Он хочет устроить мальчишник. Мне кажется, это отлично. И да. Как раз он хочет медленный танец танцевать, поэтому давайте. У меня тут что-то все плохо с гигиеной, но я чувствую, там все спят, поэтому за ребенком никто, конечно же, не смотрит. Потому что Джека нет. Но мне кажется, мне нужно Джеку купить отдельную какую-то... Как она называется? Бунгало? Вот. И он там будет жить с Гваделупой. Представляете, это вообще... Только мне нужно ее переселить и переодеть. Так. Ну, тут все спят. Донни, в принципе, нормально. Ну, Кристин тоже спит. Кстати, по-моему, скоро у нее день рождения. 2 дня осталось совершенно. Это вообще жесть. Сейчас мы тогда ее помоем. Нет, мне нужно ванну просто найти. Вот. Нет. А что, просто нужно поменять пеленки? Сменить? Нет. Поменять пеленки. Кормить она не хочет есть, по-моему. Нет, она не хочет есть. И можно с ней пообщаться, там что-нибудь пощекотать, поболтать. Ничего тут еще интересного. И вот это. Все. У Лины с Альфонсо все нормально, но Альфонсо сейчас просто умрет, поэтому нужно что-то приготовить. Лина, давай готовь, как раз ты тоже поешь, хотя, я знаю, она это не любит, потому что она русалка. Так, где мой холодильник? Вот здесь. Не очень удобно мне здесь. Дождь льет, вообще ужас. Так, мы идем готовить. Мы сделаем омлет с грибами, что очень, мне кажется, неплохо. И у нас с увлажнением плохо, поэтому мне нужно пойти куда-нибудь искупаться. Так. Альфонс, ты что делаешь? Иди сходи сюда пока что. Хотя у тебя не так уж все плохо, но почему бы и нет. У Джека все отлично, он там с Гваделупой танцует до сих пор. Пусть танцует. Мне нужно ему сегодня найти домик. Какой-нибудь небольшой. Прикупить. Посмотрим, короче говоря. Так, Донни проснулся, и ему бы тоже неплохо было что-нибудь приготовить. А я хочу сделать еще и вот так. Дорогие друзья. Так, вот вкусный омлет. Альфонс тут приперся. Да, нам нужно срочно поесть и поувлажняться, потому что, я не хочу, чтобы она умерла. Мне все. А, нет, она еще готовит. Но Альфонсо ждет. Молодец. Не надо ходить никуда. То блести прям не могу. Все, мы сделали омлет. Он нормально. Да, очень хорошего качества. И это замечательно. Так, отлично. И потом мы пойдем завтракать сразу. Да, у нас почти 6 часов утра. Самое времечко. Он через суток прошел. Отлично. Понятно. Все понятно. Так, а здесь я могу как-то по-быстрому? Да ё-моё, что ж такое-то? По-быстрому как-то можно сделать? Нет! Нет, я приготовила тебе омлет. Ты чё, куда полез в холодильник опять? Чё, не можешь найти его? Ладно. Нет, это вообще чё? Печенье ест. Омлет я кому готовила? Еще непонятно. Ты чё, не видишь его? Ну ладно. Чё это с ней? А чё такое? Все нормально. Тут он съел быстро. Ты наелся? Ничего себе. А тарелку за собой убрать? Блин, тут уже срачельник. Пошел он за компьютер. Быстро убираемся. О, какая молния. Давайте быстренько поедим.
Кристин скоро будет отмечать день рождения. Не забудьте купить торт. И да, ясно. Наверное, в следующей серии мы отметим день рождения. Так, посудку мы помыли. Отлично. Нам нужна еще порция, потому что мы же русалки, мы нифига не наедаемся. А возьмем тарелку. Еще одну. Да, господи. Ты куда вообще пошла? А, и туда нужно будет убрать. Я чуть не помню, увлажнение повышается. Да, повышается. И неплохо причем. Потому что идти как бы в море сейчас не самый лучший вариант. И мы еще раз, наверное, сходим вот сюда. Так, как у вас дела, дорогие мои? Тебе, по-моему, пора уже как-то это, что-то приготовить поесть. А ты все тут что-то подбрасываешь. А что-то с раковиной ужасно грязное. Просто кошмар. Я не знаю, я почему-то не могу здесь готовить. Для меня это загадка. Нужно покормить ребенка. Мать, иди корми. Кормить на полу. Надеюсь, они что-нибудь приготовят сами, потому что я не могу почему-то нажать. Так, и я хотела посмотреть домик. Нифига не помню, как это делать. По-моему, как-то через недвижимость. Сейчас, в общем, Лина с Альфонсом этим займутся. Енот скачет вон, видите? Сейчас вернусь тогда к ней, Джек. Джека плохо, естественно, жду. А он все танцует? Вы что, с ума сошли? Ну, хватит. Так, сейчас я посмотрю. Или вот Альфонс, смотрите, сидит. Сейчас мы глянем, как там это делается. Я просто что-то уже не помню. Ой, у него тут... Кстати, может быть, нам отправиться в путешествие? Напишите, как вы думаете. Так, недвижимость. Купить дополнительное жилье. Давайте посмотрим. Я только не знаю, конечно. Посмотреть нифига нельзя, к сожалению. Вот что тут брать? Я вот даже понятия не имею, что тут можно купить. Как-то. Ладно, сейчас я почитаю. 44, 53, 53, 53, 44. Я так понимаю, они все одинаковые, что ли? Тут просто даже ничего не расписано. Ну, вот это место мне, в принципе, нравится, потому что рядом с бассейном. С другой стороны, почему бы на побережье не взять? Почему-то в центре дороже, чем на побережье. Почему бы вот эту не взять? Давайте попробуем посмотреть ее. Может быть, нам понравится. Джек, я думаю, тебе стоит туда отправиться. Он делает упражнения какие-то, молодец. И сейчас посмотрим. Так. Посетить. Давайте возьмем Гваделупу, посмотрим ваше будущее жилье. У него тут помолвка. Когда будет свадьба, я не знаю вообще, где ее отмечать, я тоже как бы еще не знаю. Все, сейчас, короче, посмотрим, какой у нас дом. Блин, серьезно? Ой, фух, я испугалась. Я думала, что у меня дом без бассейна. Но нет, с бассейном. И сейчас мы прибежим сюда. Джек, ты долго там? Вот он летит. Гваделупа я не вижу, может, блин, уже там сидит. Собачка он у кого-то, блин, здорово. Так, ну мы почти у цели. Вот этот дом, нет, вот этот, по-моему, дом. Гваделупа, это... Блин, мне нужно что-то с ней сделать, потому что то, что на обороте, вообще мне не нравится. Когда она обычная, она нормальная, а вот так вот это не очень. Так, ну, я даже не знаю, с какой стороны. Так, ой, здорово, здорово. Тут, значит, холодильник. Надеюсь, можно готовить. Эй. Нельзя готовить. Отлично. Супер. Тут у нас, типа, гостиная, ванная. Офигеть, душик такой. Мне кажется, лучше поставить все в одном. Как-то удобнее будет. И такая кровать. Нам нужно срочно бежать вот сюда. Ну, мне нравится. Красивенько. А почему я не могу нажать на унитаз? В чем проблема? Интересно. Я могу нажать на все, но на унитаз я не могу нажать. Мне придется сейчас как-то поменять тут, короче, убрать некоторые вещи, поставить все в одном, чтобы было лучше. Потому что унитаз у меня не работает. Так, и вопрос, где эта штука? Ванная, кабинки. Это самое дорогое. Я надеюсь, мы сможем зайти в нее. Сейчас проверим. Сейчас мы используем. И я думаю, можно еще сделать вот так. Но не знаю, там поместится или нет. Посмотрим, короче говоря. Тут все плохо, тут.
Ой, что за крики? Что за крики? Так вот сердечки летают, тут бежит, фея бежит, Гваделупа тут стоит у нас. Она стала красивой, что ли? Подождите. А, да, она... Все, я поняла. Вот, посмотрите, какая красивая. Ну когда, блин, она... Этот монстр мне вообще не нравится. Поэтому мне нужно успеть как-то пожениться, пока она красивая. Потому что, блин, оборотень, не знаю. Что у нас здесь интересного еще есть? Закрытая церемония. Не хочу. Вот такую закрытую церемонию. Что-то... Я же вам сказала там. Восхищаться свадьбой. Нет, соседом точно не стоит. Ладно. Я сейчас еще раз нажму, попробую. Может быть, получится. А может быть и нет. Сейчас глянем, короче говоря. Ну, дождик у нас кошмар. Я бы сегодня сделала свадьбу. Что-то мне ничего не выходит. Ну, вообще, можно идти сюда, короче говоря. Чего здесь стоять и мерзнуть? Я не знаю, что он сам приготовит, потому что, ну, этот, блин, какая она красивая, когда она нормальная. Потому что когда она оборотень, она вообще не очень, так скажем. Посмотрите, какая прелесть. Ну, как всегда, у нас нормально не бывает. Нашли девушку впервые, так, блин, она оборотень вообще. Так, тут у нас опять что-то плохо. Я даже не успеваю ничего сделать, как у вас все плохие. Так, иди сюда. Он может сесть за компом вообще в вечность. Ему вообще ничего не надо. Смотрите, у него какое желание тут. Лина. У него все нормально. Ну, опять, куда мы пойдем, если на улице там, блин, ливень? Тебе нужно в туалет. Я даже не знаю, вот как куда-то выйти, если на улице такая ужасная погода. Куда там идти? Зачем туда идти? Непонятно мне. Так, а ну крутись нормально. Иди сюда. Почистите, пожалуйста, все очень грязно кругом. Вы ничего? Вы что-то приготовили? Или вы что-то просто закуску поели? Кристин. Ой, у нее что-то с... Ну, не очень, так скажем. С бодростью. Мы пойдем ее положим в кроватку. Пусть она спит пока что. Так. Ну и у Джека тут... С питанием плохо, но он делает упражнения. Это нечто. Ух ты, оборотень. Ему, короче, это нравится. Блин, ну этот дождь мне не дает сделать свадьбу. Я бы прям сейчас и сделала, потому что, ну... У нас эти задания здесь. Пойдемте делать задания. Здесь кто-нибудь живет, интересно? Так, никого нет. Блин, тут еще людей фиг найдешь, понимаете? Ужас. Ой, извините. Так. Людей, короче, нет. И мне кажется, это глупо их здесь искать, потому что, ну, блин, какой дурак, кто сейчас куда-то попрется вот здесь. Хотя, смотрите, кто-то стоит, и кто это стоит? Сомер какой-то там. Давайте мы ее поприветствуем. Хотя мы... это что? Она пропала? Она пропала куда-то. Интересно. Пойдем ее искать. Дождь закончился. У нас отличная погода. Здесь, вот смотрите, какой-то чувак еще ходит. У нас плохо с питанием. Мне кажется, мне нужно сделать свадьбу сейчас, пока есть время. В принципе, Гваделупа пока отлично выглядит. Кстати, она стоит, ждет. Поэтому давайте не будем тратить время на тетку, которая пропала. Мы пойдем сейчас с ней немножко пообщаемся. Она, смотрите, стоит, не уходит прям. Давайте с ним поболтаем, а я пока поставлю арку куда-то. Сюда, наверное. Блин, здесь, по-моему, арку фиг найдешь. Это 673. Сейчас, в общем, попробуем найти. Так, все, у нас все готово. Мне теперь нужно сделать вечеринку. И пригласить всех. Кого приглашать-то? Родственников, по-моему, и так не надо приглашать. Или мы кого-то будем еще приглашать, даже не знаю. У нас все плохо что-то с нашей сестрой почему-то. Ну, ладно, давайте посмотрим. Сделаем общественное мероприятие. А, только он должен вернуться домой. Сейчас, подождите. Иди домой. Все, он прилетел. Гваделупа куда-то уперлась. Сейчас. Здесь мы можем устроить? Нет, вы издеваетесь? Почему здесь нельзя?
Сейчас окажется, что все припрутся не в то место, в какое надо. Поэтому, может быть, нам не устраивает ничего. Просто здесь пожениться вот так. Блин, а здесь и есть свадебная арка. Интересно. Наверное, нужно на основном участке это делать. А что это такое? Не-не-не. Я не знаю, почему-то у меня не получается ничего. Хорошо. Ладно. Попробуем просто позвать всех. И все. Главное, чтобы Гваделупа не ушла. И сделаем как будто бы на закрытой церемонии. Она что тут нам показывает? Или это не она? Это еще кто? Я какой-то чувак. Вот наша Гваделупа стоит. Что мы тут еще сделаем? Давайте мы сделаем вот так. И сейчас я позову всех, чтобы они сюда пришли. И будем отмечать свадьбу. Иди накрой стол. Ты иди сюда. Вы тоже идите сюда вместе со Стефани. А Кристин нужно няню, короче, нанять. И вы тоже идите сюда парой. Да, к сожалению, у них не будет никаких костюмов. Да, вызвать няню. Вот. Ой, они тут прям близко живут. У нас, короче, свадьба такая вообще. Сейчас мы ждем Лину и Альфонс. И можно, в принципе, начинать. Ты куда пошел? Сюда иди. Сюда иди. Так, все. Это кто там бежит? К нам? Нет? Да, это Лина. Лина в платье, молодец. В первый раз она угадала, как надо одеваться. О, посмотрите, у меня получилось. Давайте мы нажмем или Альфонса подождем, он долго еще там будет лететь. Боже мой. Ты что там делал вообще? Мы тебя ждем, еще тут свадьба, как бы, не. Так, сейчас я что-нибудь еще сделаю, чтобы она никуда не сбежала. Потому что мало ли. Давайте подарим ей цветы красные. Надеюсь, Альфонсо прилетит в это время. Все заняты, короче, своими делами тут. Стол накрыли. Тут там опаздывает на... Короче, мы не можем ждать Альфонса уже. Мы нажимаем вступить в брак. Давайте. Пусть все собираются, пусть все смотрят. Это ты кто? И что ты тут делаешь? Папарацци, тебя никто вообще не звал сюда. Альфонс, ты собираешься вообще сюда идти? И что это? Не вы издеваетесь надо мной, да? Ой. Дон встал, папарацци, блин, места нет нам. Да, они не подарка вообще стоят. Странно. Встаньте, пожалуйста, нормально. Альфонс так и не прилетел. Наконец-то. Вы переодеваться не будете? Чё-то Донни вообще это неинтересно. Сейчас включу стены. Вот красота какая. Так. Альфонсу, короче, вообще неинтересно это все дело. Нет, кстати, где-то он прилетел, по-моему, потому что Донни испугался. Ну чё? Что-то какие-то плохие воспоминания. Из-за призрака, да? Да-да-да. Из-за него? Ну чё, давайте мы сейчас умрем от голода, нам нужно поесть что-то. Наконец-то. Важный момент. Я хочу сделать фоточку, потому что, ну, очень-очень важно же. Гваделупа очень красивая, прям вообще. Хочет есть! Все, мы поженились, с ума сойти. Кто бы мог подумать? О, это что? Вы что, серьезно? У нее есть мажорка кошка, у нее есть муж Арнольд Дэниел, у нее есть дочка Колин Дэниел, у нее есть ястреб маленькая собачка, у нее есть Микки маленькая собачка и Лулу маленькая собачка. Вы что, издеваетесь? Хорошо, мы возьмем мажорку кошку, потому что это имя просто гениальное. И собак мы кого-то возьмем.
Я предлагаю взять Лулу, потому что, в принципе, она мне больше всего нравится. Блин, у нас 500 человек теперь, все, а вы тут живите как хотите, мне вообще все равно. Все, мы переезжаем. И это, наверное, будет жесть. У меня будет сейчас 2 животных и будет 7 персонажей. И мне по-любому когда-нибудь, может быть, у них будут дети вдруг. Это будет 8. Ну да, все правильно вроде как. Сейчас проверим, вдруг что-то ошиблось. Да, вон собака появилась. Ну, такая себе пудель какой-то. Так, ну то, что на оборотень, конечно, печалит, печалит. Мы будем, в общем, здесь жить в этом домике. Сейчас главное поесть, потому что, ну не знаю, Джек, наверное, не сможет умереть, он же и так призрак. Поэтому думаю, что все будет хорошо. У нас, в принципе, уже как бы вечер, и он хочет спать. Мне еще нужно, кстати, других... Других отправить домой. Мы сейчас все поедим тут. Пойдемте торт есть. Креветки мы хотим поесть. Гваделупа, иди, тоже поешь. Она тоже хочет есть. Тоже возьми креветки, чтобы не жреть. Тут сердце такое. Вообще... и у нас плохо с этой, с естественной нуждой. Возьмем. И, может быть, потом будем спать. У вас как дела? А вы что не едите? Берите, ешьте. Альфонс и... Ой, тут бассейне плавают. Ну, отличная свадьба, короче говоря. У Альфонса плохо с бодростью, поэтому, скорее всего, мы сейчас пойдем домой уже. У вас как? Ну, они-то вообще близко живут, поэтому вообще не о чем думать даже. Так, сейчас, где мой дом? Вот здесь. Альфонсо, что с тобой? Да, ты можешь потом отправиться домой. Сейчас вернусь. Гваделупу нужно сменить наряды, хотя, в принципе, она очень неплохо одета. Ой, они тут плавают бассейн, наш бассейн. Тут папарацци вообще наглый. Кошмар. Так что, да, ребята, думаю, что на этом я закончу эту серию. В следующей серии мы продолжим отмечать. Чё, у него там острое что-то? Ой, что-то не поняла. У нее тоже слишком остро. Фейерверк из креветок очень... Ой, кинжинс, классно. Вот так что, да, в следующей серии продолжим отмечать. А сегодня с вами прощаюсь. И да, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, что вы рады за Джека. Вот. Если так, ставьте палец вверх. И всем пока-пока.